Добро пожаловать на канал Райская усадьба. Сегодня мы будем собирать две теплицы. Это легенда, 3 метра шириной. Одна из них длиной 4 метра и вторая 6 метров. Пока мы собираем брус, скручиваем с помощью уголков. Выставляем. Второй фундамент точно так же. И параллельно собираем торцы. Вот вторая часть. На 6-метровой теплице мы уже скрутили прогоны. Также прикрутили конек и наживили поликарбонат на стенке. На 4-метровой осталось докрутить верхние прогоны, конек. Ну и также наживили полик на стенке. В дальнейшем будем уже перекрывать крышу. Ну что, вот у нас монтаж подошел к концу. Закончили мы монтаж этих двух теплиц. В каждой теплице установили форточный блок с термоприводами. И также 4 системы подвязки. 4 тросика. Во второй теплице точно так же, как и в этой. Всем добро пожаловать на канал Райская усадьба. Сегодня мы монтировали две теплицы легенда, 3 метра шириной по длине. Вот это у нас шестерка, 6 метров длиной. Вторая 4 метра. Поликарбонат используется 4-миллиметровый. В каждой теплице по форточному блоку для проветривания. Устанавливался каркас на брус 100 на 100. И поликарбонат везде понизу был проклеен перфолентой и одет профиль защищен. По торцу прикрутили облицовочные уголки. И также внутри теплицы установили 4 тросика как система подвязки для растений. Форточный блок на термоприводах. Каждый торец у нас получается с дверью. Тут у нас дальний торец, дверь цельная, без форточки. В этих торцах дверь, форточка. Нового образца все. Первая теплица аналогична второй. Все точно так же, система подвески и форточный блок с термоприводами. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть что-то новенькое.